Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал, и мы начинаем. Елена Малышева страдает от аллергии. Из-за недуга у нее опухли пальцы рук. Елена Малышева поделилась подробностями в своем инстаграм-аккаунте. Она показала след от кольца. «Это у меня тихо отекают руки, когда все цветет. Особенно, когда я нюхать начинаю», — отметила телеведущая. Она добавила, что в дождливую погоду аллергики чувствуют себя хорошо. Однако сейчас, в период эпидемии коронавируса, защитные маски накапливают пыль, и приходится очень трудно. Елена Малышева отметила, что когда она возвращается домой с улицы, обязательно моется с головы до ног. Это позволяет избавиться от пыли на теле и волосах. Отметим, что ведущая передачи «Здоровье» на Первом канале Елена Малышева следит за своим инстаграм-аккаунтом. Эксперт каждый день делится с народом секретами здорового образа жизни и напоминает о правилах нахождения на улице. Друзья, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать наши новые выпуски, и на этом мы с вами прощаемся, всем пока!